Всем чудесного настроения! И сегодня у нас тема «Как же поменять номер в отеле, если он вам не понравился?» Ведь это в основном самая частая проблема. Прилетает турист на отдых, и сразу же начинаются звонки. «Нам не нравится наш номер, очень шумно или очень высоко». Но это не есть проблемой. Всегда можно поменять свой номер, просто многие об этом не знают и не знают, как это сделать. Меня зовут Армина, и сегодня мы поговорим о том, как же поменять свой номер в отеле без каких-либо проблем или даже сам отель. Да-да, это тоже возможно. Итак, поехали. Можно поменять номер в отеле, если он вам по каким-то уважительным причинам не понравился. Очень высоко расположено или у вас маленький ребенок, и вы возле бассейна, там постоянно громкая музыка и мешает ему спать днем, вы можете подойти на ресепшн и попросить поменять номер. Но тут есть одна маленькая особенность. Если в отеле категорически нет свободных номеров, вам ни в коем случае не смогут его поменять, и это уже будет не какая-либо специфика, или они назло этого не хотят делать, попросту некуда вас переселить. Но вы можете поменять свою категорию номера на такую же самую, если есть свободный номер, без каких-либо причин. Вы говорите об этом и меняете одну и ту же категорию на равносильную. То есть, если у вас стандартный номер, вы можете поменять на такой же стандартный номер, только в более дальнем корпусе или наоборот, более центрального бассейна и себе спокойно отдыхать. Но если вы захотите поменять свой номер, например, стандарт на более высшую категорию сьют, вам придется за это доплатить. И если сумма вас удовлетворяет, конечно же, вы доплачиваете эту разницу и переселяетесь в номер лучшей категории. То же самое касается отеля. Вы можете поменять как ваш отель одной и той же категории 4-звездочной на 4-звездочной, так и выше категории 4-звездочной на 5-звездочной, если по каким-то причинам или вы приехали, вам категорически и не нравится. Вам нужно для этого с первого дня познакомиться со своим гидом, чтобы он вам помог. Ведь если вы не хотите попасть в сказку «Репка», и чтобы произошло так, что вы сообщили туристическому агенту, туристический агент сообщает туроператору, затем туристический оператор связывается с принимающей стороной, принимающая сторона связывается с гидом, и это все заворачивается очень долго и нудно. А представьте, если это произошло в субботу вечером, то раньше понедельника вам не дадут ответ. И поэтому лучше сразу сообщить гиду. Информацию про него вы получаете в первый же день заселения в отель и попросить ему помочь с этим вопросом. Это совсем не проблематично и происходит очень быстро на месте. Озвучивается или сумма, или просто вас переселяют в другой номер. Но есть одни некоторые хитрости, которым я вас научу для того, чтобы изначально у вас был хороший номер. Никогда не заносите свои вещи в номер до того, как вы его посмотрите. Ведь ваш номер может быть уже с какими-то поломками. И если вы заселились в номер, то вы фактически приняли соглашение о том, что вы там будете проживать, и уже отель не будет заморачиваться о вашем переселении. И если там вдруг какие-то обнаружены поломки или неисправности, капает кондиционер или не работает холодильник, вас попросят подождать мастера и будут решать этот вопрос. Когда произойдет, тоже неизвестно. Поэтому до того, как заселиться, всегда попросите посмотреть ваш номер. Вторая такая хитринка, я бы сказала, никогда не платите на ресепшене деньги за улучшенный номер. Ведь может именно ваш номер изначально есть лучшим. Поэтому тоже посмотрите, уже потом решайте, нравится вам он или нет. Еще иногда бывает момент, фактор первого дня, когда вы приезжаете, вам все не нравится. Но по истечению времени вам все кажется, что стабилизировалось и все отлично. Поэтому я вам желаю, чтобы у вас все было стабильно, интересно и номера были самые лучшие в отеле. А если будут какие-то причины, обращайтесь. Всем хорошего дня и пусть ничего не облегчает ваш отдых.